долгие годы мир китайских боевых искусств был для нас загадочным и, не побоюсь этого слова, волшебным местом. Единобородые монахи, старые непобедимые мастера в лохмотьях и, конечно, абсолютно загадочные техники. Но что же представляет собой мир китайских боевых искусств из себя на самом деле? Какие они? Мастера, обладающие неведомыми для нас знаниями. Что такое китайское ушу в наши дни? Ответ очень прост. Это прежде всего работа. Это умение любить и жить боевыми искусствами, отдавая себя без остатка, без возможности сказать себе «сегодня я отдохну». Мы часто забываем, что нас привлекло в боевое искусство, какими мыслями и эмоциями мы впервые приходили к своим тренерам. Теряем тот стимул и веру в дело, которому отдаем часть себя, своего времени, своей души. Забываем, что боевое искусство – это прежде всего дисциплина, а не внешняя красота. Забываем, что мастерство – это не просто знание, а степень владения этими знаниями. И что же делать? Как открыть в себе второе дыхание? Научиться снова смотреть на боевое искусство, как когда-то в детстве? Тренироваться с ощущением радости и трудной, но такой любимой работы? Ответ прост. Приезжайте в Китай, в деревню Даю. Место, в котором воздух пропитан боевыми искусствами. Там-то вы точно вспомните, почему вы стали на путь познания боевых искусств. Кулак белого журавля, пэйхоквэн на местном диалекте, имеет абсолютную власть в этом месте. И это не случайно. Именно отсюда ведут свою генеалогию практически все крупные линии школы. Только тут можно понять и буквально всеми клетками тела прочувствовать дыхание времени. А уже после, у себя в зале, попытаться воссоздать эту атмосферу, отношение к стилю и день изо дня добиваться мастерства, за которое будет не стыдно перед своими учителями, наследниками этих самых знаний и самоотверженного отношения к делу всей своей жизни. Современная деревня Даюй, опять же, мало похожа на те старые китайские деревни, образ которых может появиться у вас в сознании. Это вполне современное место с прекрасными новыми домами и очень быстро развивающейся инфраструктурой. Это место изменяется с каждым годом, и лет этак через пять уже мало что будет напоминать в нем то тихое, спокойное место, каким знаем его мы. И причиной тому все тот же кулак белого журавля. Это место стало буквально центром развития и распространения этого стиля по всему миру. Белый журавль и его легендарная основательница Фан Цинян встречают вас повсюду. От всевозможных плакатов и вывесок до стен домов. Несмотря на то, что сама Фан Цинян жила не здесь, а в городке Юнчунь, что находится километров 15 вниз в долине, именно это место считается настоящей родиной школы. Именно здесь жил третий патриарх стиля, мастер Джен Ли, от которого ведут свое начало практически все крупные линии стиля. Вообще в Китае говорят, чем дальше от Даюй, тем чернее журавль. Ведь истинный журавль, он именно тут. Несмотря на все изменения, произошедшие с деревней в последние несколько лет, традиции и бережно хранимые китайцами следы старых дней находятся рядом, создавая какую-то волшебную атмосферу. Своеобразный микс из прошлого, настоящего и уже совсем близкого будущего. Даже заехав сюда на несколько часов, как это часто бывает с экскурсионными автобусами, привозящими туристов посетить музей белого журавля, погулять по улочкам, можно почувствовать то удивительное спокойствие, окунуться в обволакивающую тишину, оставить позади все тревоги и заботы. Что уж говорить про тех счастливчиков, проживающих тут по нескольку недель, перенимая новые знания, шлифуя старые. Школа мастера Чэн Цин Юна является одним из важнейших мест деревни. Признанный как ведущий мастер, сюда приходят многие, желающие узнать о кулаке белого журавля, потренироваться или просто пообщаться. Открытость и дружелюбие китайцев – вещь вообще удивительная. Такому отношению между китайцами легко найти объяснение. Несмотря на высочайшую скорость технического и экономического прогресса, удаленные районы Китая, как, например, деревня Даюй, до сих пор живут общины. Рождение детей, свадьбы, похороны проходят с участием жителей всей деревни.
Здесь трудно отделаться от вечного удивления в голове. Сделал шаг, оказался в современном, весьма преуспевающем мире. Сделал следующий шаг, и ты как будто в совершенно другой эпохе. Лет это 100 назад. Китай тем и удивителен, что при всей сложности ситуации умеет сохранять свои традиции и народную память. И в наши дни с такой же целеустремленностью и упорством, как в тяжелые годы гонений на традиционных мастеров и национальную идентификацию, в наши дни идет возрождение традиционных ценностей и единства всего народа. То, что передавалось из поколения в поколение, вновь становится востребованным в масштабах всей страны. Но это уже совершенно другая страна, где не всегда ценится боевая суть, а скорее антикварная ценность. Но, пожалуй, ценность этого пути и заключается в кропотливом поиске действительно знающего и умеющего мастера. И это возможно. Но всегда остается некая тайна, манящая сила мастеров прошлого, которые, казалось бы, все равно умели чуточку больше, владели знаниями, которые так никому не раскрыли. Одним из таких мастеров был дедушка Джен Циньюна, Джен Ван Цунь. Но нам повезло, еще остались свидетели его мастерства, знаний и высокого уровня человеческих ценностей. Впервые я попал в это место в 1995 году. Старый мастер в жизни был скромным, неприхотливым человеком, всегда очень доброжелательным, открытым. Распорядок его жизни был довольно прост. Утром тренировки, после шел за водой, завтракал, а потом, примерно до обеда, собирал лекарственные растения. После отдыха снова проводил небольшую тренировку. Я периодически приезжал к нему, чтобы потренироваться. У него был очень высокий уровень мастерства и, к тому же, много мотивирующих историй. На занятиях он поддерживал строгую дисциплину. Пришел тренироваться – тренируйся. Детство мастера было довольно тяжелым. Ему было 10, когда он с отцом перебрался в Малайзию. Оттуда вернулся в возрасте 19 лет. Ушу к этому времени он овладел уже очень хорошо, так что, вернувшись, он занялся тренерской деятельностью и быстро обратил внимание на свое мастерство. Жизнь мастера Джен Ван Цуни похожа на китайскую легенду. Он родился в 1904 году и прожил более 100 лет. Начав обучение кулачному искусству внутри семьи в возрасте 9 лет, благодаря упорным тренировкам уже в 18 лет он победил многих мастеров, чем заслужил большое уважение, что и позволило ему открыть школу, где он преподавал и лечил от болезней. Его мастерство было в старых традициях кулачного искусства, что привлекало многих людей со всей округи. Он был большим знатоком традиционного оружия, особенно славилось его искусство владения алебардой. Оно было так высоко, что в 1942 году Джен Ван Цунь был приглашен как инструктор в 82-ю армию Гуминдана. Джен Ван Цунь был местной знаменитостью, как будто вышедший из старых сказок. Дело в том, что в возрасте 19 лет, возвращаясь вечером домой, он подвергся нападению тигра, которого убил голыми руками. За это его прозвали Фудзянский Усун, как героя речных заводей. Годом открытия школы ушу моего деда можно считать 1924-26 годы. Так что с небольшими погрешностями полноценный временной срок работы этой школы можно определить 80 лет. Когда деду было далеко за 70, руководство обучения в школе перешло в мои руки. До этого он ездил по разным уголкам провинции, занимаясь преподаванием ушу и продажей лекарственных трав. Окончательно вернулся в начале 80-х. Я с самых ранних лет изучал ушу под руководством дедушки. Системно стал заниматься где-то с 10 лет. У меня ушло 3-4 года на то, чтобы я смог принимать учеников. Тогда уже и стал помогать деду в тренировках, не забывая и о своих тренировках. Но этого мне было мало, и я ходил по другим школам, чтобы проверить свое мастерство, да и мастерство других преподавателей. Я был юным и скрывал от деда мои путешествия. Ему это сильно не нравилось, и однажды его ученик вернул меня, когда я покупал билет на автобус. Попал же мне тогда. Джен Ван Цунь – легенда Юнчуня. Но не только его жизнь является достоянием Китая. Дом, в котором жил мастер и проходили тренировки, сам по себе – настоящий музей ушу.
Это нижний зал, здесь проходили тренировки. Там верхняя площадка. В 1989 году был реставрационный ремонт, чтобы ученики тренировались. Здесь обычно тренировалось от 10 до 50 учеников. Тренировались обычно группами. В этой части комнаты для учеников, вроде как общежитие, наверху тоже. Вообще весь дом был отдан под изучение ушу. Это все было место проживания учеников. Проходите сюда. А здесь помещение для ушу. А вот это место мне особенно близко. Я в этой комнате прожил более 45 лет, тренируюсь под руководством дедушки. В этом доме Джен Ван Цунь вместе со своей женой прожил с юности до 105 лет. Очутившись здесь, в самом буквальном смысле переносишься на машине времени в прошлое. Увы, сейчас уже невозможно представить себе, как этот дом выглядел раньше. Время творит свою не самую радужную историю. Говорят, его украшало позолота, ну а примерами утонченной резьбы можно еще восхищаться и сегодня, представляя ее себе свежевыкрашенной, яркой. Вообще, ведь сам дом может не меньше сказать о своем хозяине, чем его жизнь, его вкусе, умение любить свою семью, родину, свое дело. Отдавать себя, вкладывать душу во все, чем он занимается, стремиться к совершенству, каждый день проживая по максимуму, но без привычной современным людям суеты, а очень вдумчиво, уверенно, красиво. Говорят, именно таким и был старый мастер, умевший ценить жизнь и всем сердцем любивший людей и боевое искусство. У учителя было много разных учеников. Он брал всех, кто пожелает, поэтому характером были как хорошие, так и плохие. Простейшими вещами овладевали многие, но была одна явная закономерность. Лишь очень немногие достигали настоящего мастерства в ушу. Бывали те, у кого была очень подходящая физическая фактура для изучения упражнений с большими физическими нагрузками. Но это все же не являлось определяющим фактором. Бывало и так, что даже одно упорство и потраченное время не определяли стопроцентного успеха. Основу ушу мог при упорстве и длительных тренировках постичь каждый. Но учитель сильно акцентировал важность понятия УД, воинской добродетели в процессе изучения ушу. Он всегда сильно опасался возможных инцидентов со стороны дурных учеников. У нас есть пословица: ответственность за преступления солдат несет на себе их полководец. Поэтому к изучению серьезных знаний он допускал лишь тех, в ком убедился. Это выглядело так. Сначала давались азы, и он, не торопясь, присматривался к человеку. Далее принимал человека ученики официально, с церемонией посвящения. И уже после этого начиналось качественное обучение на более высоком уровне. Допуск до серьезных занятий мог занять несколько лет, и никогда учитель не допускал поспешного решения об обучении непроверенного человека. Самым впечатляющим на тренировках было видеть красоту и мощь исполнения комплексов, чувство сопричастности к школе. Здесь появлялась и с каждым днем укреплялась вера в себя, вера в то, что неважно где, неважно когда, но везде сможешь защитить себя. Поэтому учитель подчеркивал важность воспитания в себе УД. Мне особенно запомнились краткие наставления учителя: не распускать руки, укрощать свой гнев. Ведь человек, владеющий такими знаниями, мог натворить больших дел. Это не допускалось, и любой, кто применял свои знания, выгонялся из школы навсегда. Это был закон, и все его знали. УД, воинская добродетель, является важнейшей частью обучения ушу. С древних времен, а особенно в них, боевые искусства были именно единоборствами, а не спортом с умением крутить тройные сальто или оздоровительной гимнастикой. Первичным и, пожалуй, главенствующим в обучении было оружие, что давало человеку возможность чувствовать свое превосходство перед менее подготовленными людьми. Без разработки моральной концепции подобная система не могла стать столь широко практикуемой в народе. Хотя история Китая знает большое количество примеров всевозможных бунтов, восстаний, разбойничьих группировок. Но тут уж кто на что учился. В
школе Джен Ван Цуня с правильной расстановкой приоритетов все обстояло очень хорошо. Мастер был не только высокодуховным человеком, но при необходимости и защитником родной деревни. Раньше были строгие требования к занятиям, да и сам процесс тренировок скрывался от посторонних. Если были гости, то ждали, когда они поедят и уйдут, и только после этого начинали тренировки. И это было связано не только с техниками. Нельзя было демонстрировать свою силу перед другими людьми, кичиться ей. УДЭ должно идти в первую очередь перед обучением. Нельзя в жизни быть вспыльчивым и начинать драку из-за пустяков. От противника, который слабее тебя, не страшно потерпеть кое-какие неудобства. Но нельзя, пользуясь навыками, обижать или бить стариков, женщин, детей и людей слабее тебя. Негодяев же нужно наказывать, чтобы знали, что других обижать нельзя, и на силу всегда найдется большая сила. И дедушка всегда следовал этому принципу. Он никогда не бил, мог продемонстрировать свою силу. Этого обычно всегда хватало, чтобы остудить любой горячий ум. Процесс обучения в школах китайских единоборств даже при массовости учеников – вопрос индивидуальный. При жизни Джен Ван Цуня тренировки проходили во всех комнатах. Каждый отрабатывал свое, в зависимости от того помещения, где мог оказаться. Принципом индивидуального подхода в своем обучении пользуется и Джен Цин Юн. Он, как и его дед, в вопросах боевых искусств – перфекционист. В технике нет малозначительных и несущественных вещей. Ведь только так знания не потеряют свою актуальность и остроту, как это часто происходит во многих школах. Ведь для массовости и коммерческого успеха на первый план выходит спортивная составляющая или, что в какой-то мере еще хуже, зрелищность. Но для сохранения жесткой и честной позиции как процессу обучения, так и техническому мастерству необходимо иметь внутренний стержень и мудрость. Способность смотреть на людей, как на друзей, не бояться делиться знаниями, но при этом и спрашивать, как самих себя. Так что же первично в мастере? Учителе? Техническое мастерство или духовная зрелость? Пожалуй, на этот вопрос каждый может найти ответ внутри себя. Но по свидетельствам учеников, в мастере Джене не было слабых мест. Таким его и запомнили люди. Он был очень добрым человеком, к тому же он был умеренным в алкоголе. Был приветлив со всеми, он был живым воплощением человека, следующего воинской добродетели. И никто не мог его упрекнуть лицемерием. Я никогда не видел, чтобы он высказывал недовольство чем-либо. Его поведение было безупречным, а мастерство трудно описать словами. Воспоминания о нем до сих пор вызывают во мне восхищение им, как мастером и человеком с большой буквы. Я до сих пор считаю, что его пример оставил очень важный след не только на всех его учениках, но и на всей этой части Китая. Многим приходится задуматься, как бы он поступил в той или иной ситуации, и делают так же. УДЭ занимала главенствующую роль в атмосфере изучения ушу. Через школу прошло очень много учеников, и никто из них не приступил черту, установленную правилами воинской добродетели. Людей со скандальной репутацией, плохо контролирующих себя, он не брал в свои ученики, сколько бы денег и благ ему за это не предлагали. Наследие кулака Белого Журавля и лично мастера Джен Ван Цуня и сегодня живет в его внуке и продолжателе дела. И хотя моральная составляющая процесса изучения воинских искусств чрезвычайно важна, мы в первую очередь оцениваем техническое мастерство, соответствие слова «учитель» слову «мастер». И вот с этим у Джен Цин Юна дела обстоят лучше некуда. Его мастерство практически абсолютно, вся его жизнь определена боевыми искусствами. 45 лет прожив в доме дедушки, он стал истинным патриархом стиля, владея системой, знаниями и мудростью своего учителя. Если вы действительно хотите узнать, что же такое Белый Журавль, наш следующий фильм попробует приоткрыть вам завесу знаний и мастерства.